Здравствуйте, друзья! Соскучилась уже за всеми, так как вы знаете, что я немножко болела. Ничего страшного, я думаю, это не коронавирус никакой, просто была высокая температура, кашель. Но я пролечилась уже не намного лучше, но все еще есть небольшая слабость. Сегодня я готовлю скумбрию диетическую. Если кому-то интересно, присоединяйтесь. Посмотрите, как я готовлю на сковороде, очень быстро, на овощной подушке. Диетической скумбрии я взяла скумбрию, морковку, лук, картофель, лимончик, можно не брать лимон, соль, перец и специи, какие вы любите по вкусу. Для начала почищу скумбрию. Скумбрию отделяю, удаляю обязательно жабры, вот так, так как я голову люблю кушать и готовлю ее всегда, то я всегда вот так вот удаляю с двух сторон. Вот жабры. Потом разрезаем брюшко. И чищу внутренности. Молок я оставляю, потому что я люблю кушать. Я их приготовлю и скушаю тоже. А я тоже удаляю. Эту проделанную рыбу я порежу на порционные кусочки. Плавники можно удалять, можно не удалять, это кто как хочет. Небольшие кусочки я порежу. Вот такие вот. Рыбу я переложу в мисочку и залью холодной водой, чтобы хорошо промыть. Несколько раз промыла в холодной воде и оставила, залила холодной водой и оставила еще на некоторое время, пока я займусь овощами, она у меня побудет. Делаю на терке, на вот этой вот. Вот так. И так порежу и лук, и морковку, и картошку. Морковку. Тоже надо. Такие кусочки получаются. Я слила воду. Сейчас я немножко совсем подсолю. И совсем чуть-чуть сюда потру кадры лимона. Чтобы убрать рыбный запах. И капельку сока выдавлю сюда. Вот. Все, достаточно. Вы можете добавить больше. Переходим к сковородке. Нарезанные овощи выкладываем в сковородку. Вы заметили, что я не добавляю сюда никакого масла, так как рыба жирная. Достаточно будет того жира. Мы же диетическую рыбу готовим. Вот, выложили овощи. И сюда я добавляю немножко водички. Вот. Овощи можно посолить, но так как мы готовим диетическое, мы не солим овощи. И выкладываем на овощи подготовленную рыбку. Вот таким образом. Молоки, как я говорила, тоже выкладываю, потому что их люблю. И печень я достала тоже вот. Ой, кусочки. А теперь включаем газ и накрываем крышкой. Готовим полчаса. Прошло 10 минут. Вот смотрите, она уже почти готова. Но так как овощи у нас здесь и картофель, и морковка, будем готовить полчасика. Оставляем на медленном огне. Тушим. У меня прошло 25 минут, овощи полностью готовы уже, и рыба тоже, я попробовала. Буду сервировать и показывать вам. Положу себе самый большой кусочек красивой рыбки. Может, и не себе это будет, может, это будет Андрей. И вот овощи. Овощи полностью готовы. Таким же образом можно приготовить в духовке. Я рыбку люблю. Очень с лимонным соком, поэтому я добавляю на рыбу много сока. Рыба полностью приготовилась, вот смотрите.
И овощи тоже полностью готовы. Если так тонко порезать, то 25-30 минут вполне достаточно. Если порезать крупнее кусками, тогда надо готовить дольше. Приятного всем аппетита, друзья. До свидания. Будьте здоровы. До новых встреч. Пока-пока.